День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку Binding of Isaac Wrath of the Lamb. И давайте снова поиграем синим ребеночком, потому что прошлый забег, по идее, был таким классным, такие хорошие вещи попадались, но нам не повезло с некоторыми комнатами и с тем, что просто мне нечем было пополнять серые сердечки. Так что я никуда не добрался, как ни странно, с маминым ножом, который замораживает. Дико классно набрали все. Но я даже до сатаны не смог добраться. И как-то было жалко. Итак, синий камешек. Хорошо. Он нас светит своей синевой. Это чудесно. Проблема в том, что у нас нету бомб, чтобы воспользоваться его синевой. Что не совсем чудесно. Так, теперь кусок мяса сам себе убил об костер. Ужас. То есть, о чудо. Сряво богу, сряво богу. Так, давайте возьмем. Хорошо. Я сейчас, конечно же, пользуюсь кострами, потому что это XL-этаж и ключи, как всегда, у нас. Главное слово сегодняшнего дня. Дети, сегодня мы научимся слову ключи. Ура! Что обычно с ключами происходит на Excel уровнях? Их не бывает. Твою налево. Половина си. То есть даже игра меня настолько не уважает, что даже не полное красное сердечко, которым я не могу воспользоваться, а половину красного сердечка, которым я не могу воспользоваться. Вот это получай, на! Хорошо, давайте сейчас попытаемся разобраться с боссами. Попытаемся попасть в сделку с сатаной, и я сейчас надеюсь на 9 жизней. Не в связи с Гаппи, это как бы оно было бы мило получить как дополнительно, но 9 жизней это очень-очень важно, потому что так я смогу, конечно же, у меня будет, считать больше серых сердечек в общем, а то есть я, считайте, меняю 3 сердечка на потенциальные 9. И у меня, конечно же, можно набирать сделки с сатаной очень-очень активно, потому что, конечно же, я... Так, я думал, он наступит на какашку, хотел ему накакать под ноги. Потому что я смогу набирать любую вещь. Конечно же, мне придется тратить целую жизнь на нее у сатаны, но я могу взять все, что угодно у сатаны и просто идти дальше. То есть урон у нас не будет проблемой. Блин, на здоровье. Одно серое сердечко, чудесно. Если бы я нашел бомбу и взорвал этот камень, у нас был бы тоже тот же самый эффект. Так что, считайте, мы потеряли немножко, сразившись с боссом. Так, теперь я очень не хочу получать на нем урон, но на нем очень просто получить урон. Особенно потому, что он, по-моему, за собой еще оставляет белых червячков. Что нехорошо. Или я ошибаюсь? Или я ошибаюсь абсолютно? Так, сейчас посмотрим. Что они любят, так это какать. И стрелять. Так, нет, они не оставляют за собой белых червячков, это хорошо. То есть, хорошо. Так, он вернулся. Еле-еле. И так. С другой стороны, что я жалуюсь на апгрейд на здоровье. По идее, если я сейчас получу сделку с сатаной. Есть, хорошо, я могу даже две получить сделки с сатаной. Так, давайте посмотрим. Голова Гаппи и серый ребеночек. Знаете что, я возьму голову Гаппи, так как у меня хороших вещей на пробел нету, а серого ребеночка я оставлю, потому что он не стоит 3 сердец. И мы пойдем дальше. И надежда стать Гаппи у нас, может быть, чуть-чуть возросла. И да, эти 3 сердца, их не жалко на голову Гаппи. Это хорошая вещь, которую я могу использовать на каждую комнату. Притом это такая бытовая вещь. Она не особо шикарная, не особо прелестная, но она нам дает... Иногда, когда мы проходим сквозь дверь и пользуемся этой вещью, она нам вообще мух не дает. Нужно ждать, хорошо, окей. Это нужно помнить. Когда со мной это первый раз происходит такое. Так, давайте сейчас разберемся с мухами. И, конечно же, то, что я, знаете, я пытался там не получать урон перед боссом. Но сейчас тоже не стоит получать урон. То есть, синим ребеночком вообще урон получать не стоит. Это не модно. Вот, 4 мухи. Вот,
А то они мне ни одной мухи не дали, проклятые. Так, пухлики, пожалуйста, вот там бы, если бы они взорвались, и была бы бомба, и они бы открыли мне суперсекретный магазин, было бы, всю суперсекретную комнату, было бы хорошо. А так они мне ничего не открыли, и мы идем дальше. Бомб все еще нету, у нас уже третий синий камень на уровне. Первая бомба, мы подождем перед тем, как взрывать ее. Так, давайте вызовем кошкиных мух. Мушкиных кошк. Кох. Мушкиных кох. Да. Мушкиных кох. Я уже слышу, как кто-то набирает 0-3. Я их уже слышу. Я их уже слышу. Так, давайте. И 4 мухи — это хорошо. Это оптимальное количество. Мух иногда 3. Когда 2, это грустно. Это очень грустно. Так, хорошо, паньки. Есть. И давайте, пухлики, давайте. Активненько, активненько умираем. Участвуем, участвуем в процессе. Участвуем. О, молодцы. Еще раз. Оп, есть. Угу. Пусто, пусто. Теперь вы тоже активненько, активненько. Может быть, бомбочку оставим. Вот, молодцы. И теперь всех убиваем. Молодцы. У меня 2 бомбы. У меня куча мест, то есть целых 2 места, в которых у нас может быть секретная комната. У меня 2 ключа, а то есть золотые комнаты нам гарантированы. Что хорошо, что меня радует. Магазин, может быть, был бы хорошим. Но пока что, по-моему, он нам не светит. Так, нет, пока что нет. Идем дальше. Еще один ключ. Что у нас здесь? Радужный ребеночек, от которого я не откажусь. Я бы сейчас не отказался от 10 бомб, как вещи. Ну, или от мистера Меги, который даст мне вещи. Единственное, от чего бы я отказался, но воспользовался бы, это бомба на пробеле. Вырви глаз, от которого я не откажусь. Он мне нравится, знаете, вы на него ругаетесь, не знаю почему. А он мне нравится. А я его люблю. А мне не важно. А я люблю его, папа. Я выйду за него замуж. Вот такая я, взрослая. Так, давайте тогда раз взорвем. 2 серых сердца, чудесно. И... стоит ли? По идее, да, по идее стоит взрывать синие камушки. Стоит. Что я буду делать? Хорошо. Потому что из них выпадают ключи, и мы можем им воспользоваться. Так или иначе, когда мы взрываем синий камень, плохого ничего не произойдет. Вот почему. А могут быть 2 сердца, может быть камушек, может быть все что угодно. Я об этом золотом сундуке подумаю. Очень-очень хорошо подумаю о нем. Активно, активненько подумаю. Так, хорошо. И есть. Отлично. Хорошо. Так, мухвы, 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 мухвы. Толбетка, которая с нами что сделает? Локдаун. Меньше удачи. По-моему, у нас с удачей и так не лады. Потерял еще чуть-чуть, где-то не страшно. Так, когда что-то на минимуме, когда еще этого теряешь больше, это уже ничего не значит. Так, мухвы. Молодцы. А, жадина. Фу, не жадина, а зомби-гомбик. Давайте с ним разберемся. Ну, парень, сколько у тебя здоровья? Так, мухи, 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 мухи. Со всеми разобрались. Деньги. Деньги, 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 деньги. Это хорошо. То есть можно будет, может быть, сходить в магазин. И да, я думаю, что стоит, потому что у нас здесь еще 4 цента, и это гарантированный магазин. Я еще не получил урона. Так что мы сразу же пойдем к боссу в надежде на еще сделку с сатаной. Знаете что, я из принципа вот эту вещь не буду брать. Вот честно, вот зачем она? Куда мне ее себе засунуть? Куда? Не надо, не отвечайте. Я знаю, что вы мне скажете. И при том, сделка с сатаной у меня вряд ли будет, потому что я сейчас словил урон. Я как раз... По-моему, нет. По-моему, когда я получаю урон, это считается как полученный урон. И сделка с сатаной просто не появляется. Ну или намного ниже шанс. Что не важно, что мы не получаем урон по красным сердцам, потому что теоретически нету. Но, да. Нет, знаешь что? Иди отсюда. Я тебя не буду брать. Так, бомб нету, что плохо.
С другой стороны, у меня уже приятные вещи с собой. То, что я получил сейчас урон, это очень плохо. А бомбу, которой у меня нету, я на муху не буду... на монетку не буду менять. Даже если я найду бомбу, потому что бомба и синие камни, они дружат у нас сейчас очень-очень сильно. Отличные отношения дипломатические. Так, мухи еще, выходите. Молодцы. Гишики. Попал в меня, хитрый. Хитропопик. Бывает. Тут ничего не поделаешь, кроме уворачивания. Только это можно поделать. Так, а когда мы выходим из комнаты, неважно, сколько у нас мух, на следующей комнате у нас всего лишь будет 5. Это максимальное количество мух, которое мы пока что можем себе носить. Может быть, на следующей части все изменится. Но кто его знает? Никто не знает. Нет, я знаю, кто знает. Макмиллан знает. Но он недоступен. Влюбленная. Так уж и быть. Давайте их освободим. Их влюбленных. Так, бомбомухи. И мои мухи могут мне, конечно же, немножко насолить. Но нет, все хорошо. Тролль-бомба, которая не нашла мне суперсекретную комнату, но дала мне ключик. Отлично. Так. Я только что понял, что мы еще ни одной комнаты с ключами не находили, а то есть, которую нужно открывать ключами. Давайте, идем дальше. И есть. Голова кошки. Хорошо. Ох! Опять же, это синий ребеночек, ничего не гарантировано, но уже все намного-намного легче. Хорошо, так, теперь нам осталось только найти что-то, что нам будет восстанавливать синие сердца. И тогда мы себя очень-очень хорошо чувствуем. По идее, уже вот этот вот, так, зародыш в банке, он нам дает возможность восстанавливать синие сердца серыми камнями, которых, по-моему, на этом уровне не было, как ни странно. Давайте посмотрим. Свечка. Знаете что, я свечку не буду брать. Я не буду ее брать, потому что она мне не нужна. Это первое. Второе, бомбу не буду брать. Давайте я потрачу 5 монеток на ключ, чтобы на следующей комнате. Теперь на попрошайку. Попрошайка мне с очень-очень высокой возможностью может дать апгрейд на жизнь. Но я все равно в него сыграю, потому что он мне также может дать компас, который очень неплохой. Лестницу тоже, которая пригодится. Все что угодно от попрошайки. Самое главное что-нибудь... Ну, хорошо, лестница. Так, я решил взять лестницу, да, попытавшись пройти без лестницы, до лестницы. Как будто у меня есть лестница. Так, здесь мы проверяли. То есть внизу и слева еще нужно проверить. Окей. Давайте сделаем. Так, нет. А здесь должно быть. Я сказал, должно быть. Есть. Все. Гусечка, все потраченные деньги. Потрачены были не зря. И все, это был очень-очень хороший этаж. Очень-очень хороший этаж. Теперь, главное задание — не терять здоровье по глупости. По жестокой-жестокой глупости не терять здоровье. Так, хорошо, идем. Потяпы. Я сказал, не терять здоровье по глупости. Я же вроде бы сказал это. Почему меня никто не послушался? Почему? Почему меня никто не слушается? Особенно я сам себя не слушаю. Так. Паньки. Есть. У нас есть ключ. Что, ты что, серьезно? То есть это я поплатился за то, что я его не взял, но теперь я его тоже не возьму. И если он теперь будет в каждой последующей комнате, то это будет жестоко, но очень весело. Я хочу на это посмотреть. Так, я это все взорву. Это меня глаз немножко решил испугать. Так, давайте пойдем. Окей, тут мы разберемся достаточно быстро. Если глаз перестанет отталкивать наши бомбы. И да, наш радужный ребеночек тоже отталкивает бомбы. Что не весело. Об этом нужно задуматься немножко. Также у нас здесь есть потенциал секретного магазина. Нет. Хорошо. То есть потенциала нету и секретного магазина нету. Таблетки. Давайте взорвем камни.
хорошо. И попробуем оттолкнуть таблетки с шипов. Не. Так. Я подтолкну поближе. Давайте посмотрим, что она сделает. Меня телепупили обратно. Чудесно. Но зато мы знаем, что у нас есть телепупа, и мы ею можем воспользоваться, например, на зубастой комнате. А то есть сходить туда, и тогда... Так, телепупиться обратно. А это что у нас такое? Меньше удачи? Я вроде бы натыкался на эту таблетку. Проблема в том, что я уже видел все расцветки таблеток в этой игре. И как бы еще раз каждый забег. Так, хорошо. Давайте не будем получать урон. Да, это меньше удачи. Давайте возьмем смерть с собой. Пойдем дальше. Попрошайка. Давай, парень. Дай нам теперь компас. Это было бы хорошо. Ключ. Не откажусь. Дальше. Дальше. Ну. Бомба? То, скажем, нет. Знаете, иногда стационарные простые бомбы, они нам помогают. Попрошайка. Душа твоя тролльная. Конечно же, когда у меня много денег, он решает мной воспользоваться. Но ничего. Мы можем всегда искать секретную комнату. И мы можем себе сейчас себе это позволить. При том, что дополнительные ключи нам помогают. Ну. Есть целое одно серое сердечко. Хорошо, ничего не страшно. Идем дальше. Так, вы. Вот вы. Я ткнул в вас пальцем. Да, есть босс-комната, в которой апгрейд на скорость. Да, давайте возьмем. Потому что я думаю, что я тут разберусь достаточно быстро. Проблем не должно быть. Ага. Сказал я и понял, что мне нужно еще попадать в боссов, когда я хочу им нанести урон. Это полезная привычка. Попадать в врагов. Так, и теперь сюда. И еще раз сюда. Нет. Есть. Что дадут? Еще пара монеток. Не откажусь. Хорошо, чуть-чуть больше скорости. Так, давайте возьмем эту бомбу. Я тут ничем не рискую. И стационарная бомба, опять же. Контролированная ситуация иногда нужна. Меньше удачи. Там увидели мухи. Две, всего лишь три. Две. Я не очень понимаю, в чем тут дело. Хорошо. Так, и... Буп! Есть буп. Отлично, мы получаем ключ. А то есть мы 100% открываем сундук золотой. Еще одна монетка. Так, давайте проверим здесь на секретную комнату. Нет, а здесь вот... Я совсем забыл проверить. Вроде бы. Да, забыл. Есть. Хорошо. Почему я это сделал, не спрашивайте меня. Знаете, я так сел. Ах, взорву. И все. Просто мыслей не было. Отсутствие. Полнейшее отсутствие мыслей. Каких-либо полезных, неполезных. Разумных, неразумных, обоснованных, необоснованных. Просто взрыв и все. Хочу взрыв. Аркада. Взрыв. Монеты. Теперь ты тоже на взрыв пойдешь. Бомба. Монета. Давайте один раз сыграем в него. Мне 15 монет, конечно же, на магазин нужно. Взрыв. Серое сердечко. О, это очень хорошо. Хорошо, теперь... И знаете что? Я зубастую комнату пропущу. Если я не найду еще телепупу, то я пропущу зубастую комнату. Так, теперь кошка. Хорошо. Лошадка. Что, конечно же, очень-очень интересное предложение. Потому что я могу отказаться от кошки, а то есть от пассивных мух, но получить очень много подвижности, возможность уворачиваться хорошо. Сделка с сатаной. Давайте, если вдруг в сделке с сатаной у нас... Так, хорошо. Так сделаем. Идем. Я так и думал. Так, хорошо. Осторожно. Тихонечко. Спокойно. Я сказал спокойно. Есть. И еще раз. Я знаю, что на него можно наехать лошадкой, но обычно, когда на него наезжаешь лошадкой... Мы останавливаемся там, прямо рядом с ним. И это плохая идея обычно.
Так, все, все. Я, может быть, что-то не собрал. Вроде бы монетки. Что-нибудь над обрывом, что я не мог собрать. А нет, у меня же есть лестница. Я, если что-то было над обрывом, я все, все собрал. Все, идем. Идем. Так, первая глубина. То есть до мамы осталось два уровня. И вот враги, с которыми мне тяжелее разбираться из-за бомб, потому что в них тяжелее попасть. Мне лучше всего были бы самонаводящиеся бомбы. Вечное сердце. Я даже не знаю, какой эффект оно нам даст. Я не буду здесь ковыряться в этом во всем. У меня 4 бомбы, 4 ключа. Этого вполне хватает. Притом о бомбах мы можем даже не разговаривать. Так. И он еще плюнул. Противная твоя душонка. Угу. Так, я даже не знаю, действует ли уголек на бомбы. Если да, то приятно. Если нет, то не страшно. Так, давайте сделаем. Твою... Как? Я... Обратил, посмотрел в одну сторону, выстрелил в другую. Получил урон в третий. Чудесно. Просто чудесно. Так, нет, 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 нет. 4 раза сыграем. Просто я, опять же, надеюсь на защитную муху. Это не та муха. Совсем не там. Это не та муха, которую я искал. И еще раз. И последний раз. Нет, парень, это была твоя ошибка. Это было шикарное решение с моей стороны. Также я забыл искать секретные комнаты. Как раз если я над камнями... А, нет, нет, нет. Камни все-таки реагируют на бомбы. Так, давай. Опаньки, они все сгруппировались. Один. Еще один. Все, все. Так, давайте проверим на секретную комнату. Есть. Что у нас здесь такое? Как раз я совсем забыл искать суперсекретные комнаты. Может быть, это зря я это не делаю. Скорее всего, да, зря. Так, теперь... Вот их всегда тяжело подловить, потому что, по-моему, бомбы на них не реагируют, пролетают сквозь них. Но ничего, рак мы поднимем, потому что у меня нету тринкета, но, по-моему, мы на него не реагируем. Постилка! Есть! Оно нам дает возможность получать намного меньше урона на красных комнатах, а то есть не полное сердце, а всего лишь половинку, как и на простых комнатах. И с... Так. И с эффектом полароида это, считайте, нам удвоило здоровье. Я понимаю, что у нас здоровье не бесконечное, и мы не можем его восстанавливать, если не находим серые сердечки, но это нам очень помогает. Теперь самое главное осталось, это найти полароид. Так, это первые глубины, так что давайте сразу же сходим сюда. Локи, вот, вот честно, мы, ты ко мне пристаешь? Может у тебя чувства ко мне есть какие-то неровные? Так, это не знаю, как это на нас отреагирует, но давайте. Так, я даже не, я не знаю, зачем я ищу эту суперсекретную комнату. Ах, так, зубастая комната. Телепупивания нету, шанс на два серых сердечка есть, но не хочется. Так, это не опасная комната, это хорошо. Давайте соберем дополнительные деньги. Как раз у меня огромное количество денег. Только что это заметил. Ключ, отлично. Зомбики-бомбики. Хорошо. Да, и мы отбомбили зомбиков. Отлично. Магазин синий. Нет, я даже не знаю, откажусь ли я от лошадки. Давайте посмотрим просто. Одежда монашки. Это мило. И получается, если я соберу синюю книжку, то это будет полным бессмертием. То есть полным бессмертием на весь забег. Полным. Это будет интересно, очень-очень-очень интересно. И я не откажусь от такого сумасшествия. Я никогда от такого сумасшествия не откажусь. Так что давайте пойдем дальше. И посмотрим, что у нас на следующем этаже. Так, 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 хорошо. Пролетаем, пролетаем над гнездом кукушки. Посмотрите фильм, почитайте лучше всего книжку тогда. Если фильм не хочется смотреть... Ах, вы ленивые. Ну, раз вы ленивые, я тут ничего так не могу поделать. Так, это тьма. На втором, на последнем этаже это не очень страшно. Притом с нашими деньгами, я думаю, мы сможем себе позволить всюду зайти, всюду всем попользоваться.
Это не страшно, что мы, скорее всего, не попадем в секретную комнату. Так, эта комната мне не нравится. Абсолютно, абсолютно не нравится мне эта комната. Так, спокойно, здесь шанс умереть очень-очень высокий. Но, опять же, с этой комнатой нужно разобраться, потому что я не знаю, куда мне придется идти. И, может быть, мне придется вернуться. Так что нужно дострелить всех. А, мир. Мило. Но нет, как раз нужно было смертью воспользоваться. Вот. Комната на смерть. Хорошо. Хорошо, что, знаете, я так подумал. Хочется обе карты взять. Да. Игра мне помогла. Так. Играем. Надеемся. Да. Без вопросов, да, сразу же. Кристальный шар. Конечно же, такая штука. Это потенциальное бессмертие. Но только потенциальное. Не фактическое. Еще одна жадность. Ну хорошо, окей. Раз ей жадно, пускай жадничает. Лошадка, с другой стороны, такая хорошая вещь. Так приятно ей уворачиваться. И она нам скорость добавляет. И все, и с бомбами. Это так приятно бросить бомбу и потом лошадкой уворачиваться. Но серые сердца. Нужно взять с собой. Просто потому что это может нам восстанавливать здоровье. И оно нам будет показывать еще карту, так что это тоже неплохо. Но, да. Это было такое решение, которое, может быть, поможет мне пройти этот забег, может быть, все испортит абсолютно жестоко. Этого я не знаю. Поэтому мы играем. Если бы я все знал, все было бы намного хуже и ужасно, и скучно. Так. Не достреливают до меня, это хорошо. Дополнительная бомбята есть, и вот тебя, молодца. Хорошо, все, я не против, я не против. Вы все вместе на раз, два, три, есть, молодцы. Ууу, секретная комната, а я боялся. Так, дополнительные деньги, которые нам теперь некуда тратить, но все равно приятно, что оно было. Приятно, что мы с ним встретились. И идем дальше. Голова, стой на месте. Она не умерла. Она еще не умерла. Я юмора не понял. Ну хорошо, окей. Так, серая сердце. Твою налево. Это у нас магазин, который мне не нужен больше. И вот почему это теоретическое бессмертие. Потому что это не серая книжка. Серая книжка всегда дает серое сердце. Эта штука дает иногда карты. Так что это все может еще закончиться очень плохо. Ты. Да? Ты. Да? Ты. Ты пока что живешь, потому что мы в тебе играем. И надеемся на мух защитных. Так. Угу. А, зачем я поставил там бомбу и зачем я потом побежал? Случайно на Ctrl нажал. Ну, да. Осторожно, у меня нету полета. Я все еще мучаюсь с этим решением. Может быть, зря. Может быть, абсолютно жестоко. Может быть, жестоко и зря. Может быть, лошадка бы меня спасла. От самого себя. Но об этом я не узнаю. Потому что я возьму с собой кристальный шар. Все. Яриш! И тут так сказала мусорная куча. Все. Это еще один вход в секретную комнату, так что ничего интересного здесь нету. Парабрысики, вы как бы есть? Вы решились, все-таки, наконец-то. Так, сейчас, я сейчас сначала разберусь, хотя нет, подождите, если я у мамы получу урон. Чудесно, влюбленная. Если я у мамы получу урон, то я смогу зарядить еще кристальный шар. Так, красная мама. Вряд ли получу урон, хотя мне с ней тяжело будет разобраться. Скажу вам честно. Так, я могу двери просто открывать? Нет.
Так. Хорошо. Это плохо. Это... Оказывается, что именно сейчас. Именно сейчас это плохой босс. Именно с таким шикарным оружием. Не уходи, глаз, никуда. Нет, единственный шанс. Хорошо, я тогда просто сориентируюсь и сконцентрируюсь на то, чтобы стрелять в глаза. Все, что здесь происходит, может быть, нам поможет еще вырви глаз. Но это я не знаю. Не спланируешь такого. Ах, налево карта, чудесно. Так, эта карта, она мне нужна только если это Херофан. Это плохо, это плохой выстрел, потому что он был мимо. Есть, попадание было, глаз, рука, это в нее можно было бы выстрелить, зачем я здесь остановился, я не знаю. И вот почему я сказал, что это еще не пройденный бой. Есть, хорошо. Еще один полароид, чудесно. Это мне пригодится. Карта. Нет. Так, Херофант. Даст, по крайней мере, нам ключ, бомбу и монетку. Мир мы возьмем с собой, потому что кристалл у меня не заряжен. Чудесно. Не работает на нас. И идем дальше. Ну что ж, да, это, по-моему, это был самый сложный босс у нас сейчас за всю игру. Потом все будет нормально. Так, и у нас пока игра багует, пока она решила отдохнуть. Давайте я дотянусь до своего чайника. Есть, есть. Так, все. Горячо. Все. Хорошо, чайник. Спокойно. Наливаем чай. И игра все еще не отошла. У нее все еще проблемы. Давайте на нее еще. Это мне не нравится. Игра, вернись. Вернись, я все прощу, это отличный забег. Не надо. Так, это я зря на нее щелкнул. Может быть, не стоило на нее щелкать. Есть, хорошо. Тут даже не розовый, это белый глич. Это хорошо. Окей, так, мир. Тут недалеко. Так, давайте разберемся тогда с ними. Хорошо, кусок мяса, который не умер от моего вырвиглаза. Заметьте. Можно было бы подумать очень хорошо о том, чтобы посмотреть, что там такое есть. Может быть, шприц все-таки... Нет, я... Знаете, я... Нет, я не буду. Я не буду. Так, парень. Давайте тебя наткнем просто на вырви глаз. Хорошо. И больше о тебе не будем думать. Так, это не оптимальная комната для моего оружия, опять же. Потому что тут все взрывается. Есть. Так, серый... Твою налево. Я тебя прошу только одного. Серые сердечки. Только вот, только одно. Теперь я только прошу от себя только одного. Серые сердечки. Ну и мухи защитные тоже было бы хорошо. Нет. Но я здесь постою. Я поиграю в это. Я в это поиграю. До 55. Слишком долго. Телелипупы. Это хорошо. Правда, оно у меня может телелипупить куда угодно. Но я могу сейчас схватить шприц. Итак. Да здравствует телелипупа. Телелипупа сработала отлично. Бывает же такое. Хорошо. Я не против. Это было неплохо. Давай. Ну, он дал. Хорошо. Вырви глаз. Вырви глаз, разберись с ним, пожалуйста. А то он летает. А то он такой. Серое сердечко, это хорошо. Стреляем. Здесь боги остановили его. Это очень хорошо было. Все, идем дальше. И... Еще раз лошадка.
товарищ лошадка. То есть ты мне предлагаешь очнуться? Очнись! Возьми лошадку. А, по-моему, она мне не даст лошадку больше, она мне даст скорее. Апгрейд на здоровье, я не против. Сделка с сатаной. Это интересно. Постоянное состояние Евы и красная сестричка, я откажусь от всего. Нет, меня это не привлекает. Ни чуточку. Так, и вечный вопрос. Что нам делать? Знаете что, я сейчас пойду к сатане. Вот честно, мне нужно просто сделать это. Я там не открыл вещи. У меня, по-моему, я все остальное я открыл. А, как раз я здесь могу таблеткой эту штуку подтолкнуть. И могу собрать. Хорошо. Balls of Steel. Нет, мухи. Ну ничего, это не страшно. Еще мухи. Давайте еще раз подтолкнем бомбой. А, давайте еще раз подтолкнем бомбой. Хорошо. Так, теперь здесь. Давайте синюю мне гадалочку. Нет. Окей. Окей. Еще ключи. Конечно же, ключи намекают на то, что стоит идти в сундук. Но нет, по-моему, я в сундуке синим ребеночком уже все открыл. Что мне нужно, это таблетка от сатаны. Это еще раз, друзья, до конца. Ну ничего, мы их потом вызовем. Так, больше денег. До 50 дыга. Я слишком долго здесь не хочу сидеть. Одна защитная муха, хорошо. И... да, красная монетка, которая дает мне красные сердечки за монетки. Все-таки я откажусь. Хорошая вещь. Но твою налево. Меня зажали. А я тормоз полнейший. Так, тихо. Первое. Это так сделать. Следующее. Это так сделать. Хорошо, просто нужно было проследить за тем, где они взрывают, где они стреляют. Теперь вырви глаз, сделай, пожалуйста, свое дело. Так. Это тяжело. Здесь слишком много шипов и бомб. И всего всякой всячины. Давайте. Так, давайте к нему чуть-чуть поближе подойдем. Вот так. Хорошо. Все. Что за карта? Магазин. Это меня не интересует. Но зато мы теперь знаем, куда идти. Так, первое у нас здесь секретная комната. Второе, нам идти еще... Так, у нас босс-комната там где-то есть. Так, давайте разберемся с ним. Зря я решил с ним разбираться, но ничего. Каждая половинка, даже половинка здоровья. Это половинка здоровья. Целая скидка. Хорошо, там босс-комната. Но пока я до нее дойду, я об этом 10 раз пожалею. И да, я не могу из комнаты мини-босса выйти, к сожалению. Плевалки, товарищи. Не надо. Не надо глупых движений. Видите, вырви глаз работает. Так, камешек, это хорошо. Я даже не знаю, действует ли он на бомбы, но я не откажусь. Давайте сразу же кристальный шар используем. Пожалуйста, гадалку мне. Есть! Отлично. Так, и раз я... А, нет, я... Хоть я иду к сатане, мне все равно нужен полароид. Так, императрица мне пригодится. Хотя против маминого сердца, по-моему, она не работает. Или наступает на меня. Джокер! Давайте... к сатане. А, это сразу же спуск. Но, если я все равно к сатане собираюсь. Давайте спустимся. Я совсем забыл, что это нас сразу же спускает. Я опять нажал на пробел, что могло быть большой ошибкой. И опять зависнуть игру. Но давайте так, спокойно. Спокойно, давайте их сгруппируем сейчас. Отлично. И теперь. Бум. Отлично. Уже лучше. Уже намного лучше. Так, не то, что в прошлый раз. Так, есть. Кристальный шар. Мы могли бы, конечно же, получить урон, но я не хочу. Так. Я не хотел получать урон, но меня уговорили. Окей, значит, одна комната для заряда кристального шара. И я шел не в том направлении. Удваиваем количество бомб. Почему бы нет? До 68. Хорошо. Итак. По идее, здоровья у нас достаточно. Если не глупить жестоко, то можно. Можно это сделать. Я не посмотрел, что в секретной комнате, но это не страшно.
Хорошо, мамин глаз. Не-не-не, я полароид возьму с собой. Он мне пригодится. О, господи, ты боже. Так, вот вы все, вы идете в попу. Вы активно идете в попу. Хорошо. Молодцы, спасибо. Извините, что я вас в попу посылал. Активно, очень-очень активно. И знаете что, я только что пожалел о том, что я решил с ним сражаться. Мне нужно было просто выйти из этой комнаты. Я сказал, выйти из этой комнаты, отлично. Давайте выйдем из этой комнаты, потому что я знаю просто, где босс, и я не боюсь то, что потеряюсь, или что потрачу лишнее время. А вот против него сражаться, это там неизвестно, что происходит. Мы можем сразу же к боссу попасть. Почему бы и нет? Хорошо, сатана. Сатана, давай. Три есть. Нет, не вовремя. Хорошо. Так, не вовремя. Поэтому бомбамуха не нанесла свой урон своему владельцу. Зато сейчас взрывик нанес обоим. Еще взрывик нанес им обоим урон. Хорошо. Так, теперь осторожно. Перестань. И мы так долго будем делать. Противная твоя душонка. Так, мне, по-моему, мне нужно ему нанести урон, чтобы он от этого отказался. Хорошо. Так, теперь, товарищ сатана. Давайте будем держаться от него вот так вот. Это не подальше. Так, хорошо, серое сердечко, пожалуйста, спасибо. Есть еще выстрел. Парень, ты прямо разошелся. Хорошо, по крайней мере, мы за все это время, как ни странно, не получили урона. И ноги, что кажется просто, но это не просто. Потому что они двигаются, они, притом, вызывают бомбамух. И это плохо, это очень-очень плохо. Но потихоньку, полегоньку мы можем с ними разобраться. Особенно если мы будем их отравлять нашим отравляющим прикосновением. И есть! Хорошо. Я доволен. Так, есть. И я тогда говорю большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.